Здравия желаю. А вот еще изготовил вечный светильник на 18 светодиодов. Работает он от сети, но ток не потребляет. 24 вот этого примитель, 24 вольта подобрал. 0,1 ампера. Светится. Отлично светит. Сейчас я окошко. Окошко прикрою. Ведь виднее. Вот сейчас видно хорошо. Освещает он вполне нормально, подсвечивает вот, подсвечивает клавиатуру, подсвечивает, видите, то есть для подсветки клавиатуры, это светильник для подсветки клавиатуры, вечерком сидишь, вот подсвечивай. Вечный. То есть не потребляет вообще ноль. Не потреблял тока. Ток не потребляет вообще. Видите, горят ярко. Провод счетчик стоит копанный. То есть потребления нету. Видно, что ток чуть берет и сразу отдает назад. То есть светодиодом. Светодиоды могут гореть, если подобрать правильно, не потребляя тока. Если кому надо, этот светильник могу продать или обменять на КБ. Пишите. Потому что мне надо, как вы знаете, АКБ. Для запуска мощный. То есть, как вы видите, что на слабую мощность работают и моторчики, работают и светильники разные. И вот тот, вот, и вот тот, и лампочки. А для того, чтобы запитать, допустим, стиральную машину, холодильник, ну, мощная. Или там у кого-то там на заводе станок. Для этого нужно мне батарейку. Поэтому я вот этот светильник продаю или меняю на батарейку.